Так, я Железов на Саяногорском рынке. Вот он рынок Кодры. А вот это вот один из наших садоводов-любителей. Вот, сейчас я преподнесу это как сенсацию. Почему? Потому что... Убеждайте сами. Перед вами абрикосы. Одно ведерко, второе ведерко. Вот, видели, это где-то грамм, наверное, 70. И третье ведерко, самое крупное, грамм 70. А и может, а может и 80. У меня 100 грамм. Так, теперь минутку. Итак, грамм. Я беру интервью. Представьтесь, пожалуйста. Денисенко Людмила Владимировна. Очень приятно. Ну, меня вы знаете. Конечно. Конечно. Так вот, я почему остановился возле вас? Потому что вы сказали, что это выращено из... Все от косточек. Не прививаются. Вот. Просто вот. Сажаешь косточками, и они растут. Еще раз громче, пожалуйста. Сажаешь их косточками, и они вырастают деревья. Такую, какую косточку сажаешь, такие плоды вырастают крупными. И они не пропадают. Они это... Как сказать, деревья. А те, кто которые прививали деревья, все пропали. Все сохли, сухие стоят. Все да. Повыпиливали. А вот такие это вы я про своих соседей говорите, да? Я означенная уже всех соседей снабдила деревьями этими. Они падают, вырастают такими. Потом через 4 года плоды дают. Все понятно. Вот это от косточки через 4 года дают плоды. Так, благодарю за внимание. Пусть знают, какие у нас люди живут. Да, да. Вот.